Я никогда не летала на самолетах, это самое главное, поэтому у меня шок, у меня был шок. Я не знала, что говорить, я была в ступоре, потому что это настолько классно, это невероятно. Они еще не поняли, что с ними произошло, они все еще думают, что это какой-то фан, но вот-вот уже начнутся мероприятия, где ребята погрузятся в проектную работу, начнут знакомиться с задачами. Меня больше всего удивляет, как мы быстро перемещаемся по стране. Еще пару дней назад я был у себя в городе. Вчера я был в Москве, сегодня уже на другой части страны, в Иркутске. А завтра буду на Байкале.